Обалдеть! Глазам не верю! Целая миска свежего, сочного, хрустящего салата, а вокруг никого. Ребят, вы не знаете, чей салат? Ничей? Будет мой. Ну что ж, приступим, помолясь. Эй, Бузячка, ты чего там нашла? Эй, как всегда, делиться придется теперь. Вау, целая миска свежего салата и вся наша. Ну, до этого она была вся моя. Так, не зажимай для своих, а то Вере расскажу. А можно там потише чавкать? Я тут вообще-то играю. Вера, а ты где? Да туточки я, привет. Напугала. Напугала, это вы еще клоуна-аниматроника не видели? Где клоун? Какой клоун? Да в Роблоксе, только что сыграла. Вы, кстати, не хотите? Вот я уже и скины вам придумала. Ненавижу клоуна. Тем лучше, знаете, как вам страшно будет? Прям их адреналинчик. Кусь, придется играть, а то ребята подумают, что мы с тобой трусишки. Я не трусишка. И я. Ну и молодцы, посмотрим, удастся ли вам выжить. Ну, клоун, держись. Харьем! Так, кто тут кто? Кусь, ты вот это волохастый, да? Что? Нормальная прическа у меня. Это ты волохастая. Не, ребят, ну гляньте, Кузи как будто бы кошки стригли. Чего? Не, ну присмотритесь, ушки как у кошки. А у тебя на голове вообще детский горшок. Фу, это не горшок, это шапочка. А к плечу у тебя что прилипло? Где, а, вот это вот? Ну да, покажи ребятам. Это мой талисман, черный подписчик. Привет, черный подписчик, а почему ты черный? Ну, на цвет такой, что не понял, и вообще, мы тут не за этим. Ой, кажись, началось. Что началось? Да пока ничего. Погнали сюда, в эту пасть клоунскую. А мне туда страшно идти. Нам надо сбежать, иначе клоун нам сделает кирдык. Буська, подожди. Все, прошел турникет, назад хода нет. Только вперед, Кузя, только вперед. Кузь, где ты там? Да бегу я, бегу. Ну что так долго? Ой, жесть, пол это лава. Надо по кочкам прыгать. О-оу. Чувак только что уплыл. Ну, удачи тебе, друг. Получилось! И Кузя справился, молодец! Да, я молодец, но ты все равно первой шагай! А че я? А у тебя есть помощник, черный подписчик, а у меня нет! Ах, ладно! Прыжок! Зачекинились! Ой-ой-ой, я боюсь высоты! Кузь, ты там идешь? Иду, иду! Ты лучше под ноги смотри! Че там внизу такое, пасть какого-то монстра? Не знаю, и надеюсь, что и не узнаю! Ой, ты что такой борзый? Полегче прыгай, это же шарики. Фух, принесло. Давай, проведу тебя чуть-чуть, а то ты что-то сдулась. Кто сдулась? Я сдулась? Да никогда в жизни. Просто место стрёмное. Бузя, ну что ты так долго? Так, что пишут? Квикли. Короче, нам надо идти в котельню. В котельню? Не, туда не пойдем. Почему это? Ну ты что, если это котельня, то там, наверное, коты. А, ну да, я что-то не подумал сразу. Ой, Кузя, осторожно! Тут огонь валит прямо из стенки! Стопэ! Побежали! Стопэ! Побежали! У-у-у! Ес! И сохранились! Как удачно! Бузя, мне кажется, или мы с тобой молодцы? Угу! Да тут щекотно! Ну что, к вам еще не дотянулась страшная клоунская лапа? Нет! А что, будет лапа? Ага, вот и она, загребущая! Ну, тут принцип тот же. Либо стой, либо беги. Чекпоинт, yes. Кусь, не отставай. Да я уже тут давно. Ой, а эти трубы нас не засосут? Вроде норм. Ух, я такая молодец. Смотри, как у меня получилось. Вот ты, чуть не сбил меня. Буська, чего так долго? Я уже устал тебя ждать. Поспешишь, людей насмешишь. Так, теперь лезем на верхотуру. Кусь, ты не мешай мне, Бузя. Ну вот опять. Я из-за тебя когда-нибудь упаду. Бузька, ну что так слабо? Догоняй. Ой-ой-ой, посмотрим, какой ты борзый будешь, когда тебя клоун сцапает. Ой, точно. Я уже и забыл про клоуна. Вот-вот, так что лучше подожди свою Бузязю. Вместе веселее. Давай, кто последний до платформы, тот и вонючка. Эй, что, куда? Я свалилась из-за тебя. Все, я обиделась. Ну что ты начинаешь? Мы же сохранились. Вперед!
Чувствую, клоун уже где-то близко. Ого, а вот тут и начинается жесть. Ты, вообще нисколечки не страшно. Осторожно, а то вот сейчас у меня два кузи. Фух, ненавижу такие штуки. Ого, мы уже успели слопать миску салата. Вот именно, а некоторые еще даже не подписались. Ребят, надо исправляться. Подписывайтесь. И звоните в колокол. Так, и куда же это я ползу? О, вижу свет в конце тоннеля. Точнее, ночь. Снова этот чувак с подсказкой, что нам делать? Здравствуйте, почем шарики? Говорит, надо идти к колесу. Но там же клоун. Ничего не поделаешь, погнали. Ой-ой-ой, вон он, клоун. Надо запрыгнуть в кабинку. Кусь, ты там бежишь? Он еще с ножом. Да что это за игра такая дурацкая? Ух, успела. Кусь, а как же Кузя? Кузя внизу остался. Вот-вот, Бузя, вот такая у тебя дружба. Бросила меня. Ну, ты сам виноват. Видишь, я вся грущу. Не надо было меня до этого бросать. Все, Бузька, я понял. Не любишь ты меня совсем. Ты глупости говоришь. Короче, ребят, смотрите следующую серию и узнайте, выжил Кузя или нет. А еще ставьте лайк, если вам понравилась наша игра. Ну а пока мы пошли за Петрушкой, смотрите предыдущий выпуск. Тёмки-бомки! Тёмки-теребомки! Огромные приветики, ребята! Это Кузязя! Сегодня, как и обещали, мы с друзьяшками продолжаем играть в Roblox! Кстати, про друзьяшек! А где-то все? Бузя! Так, понятно, никого нет! Ну и что мне, самому что ли играть? Бузя! Тимофей! Имейте совесть! Ребята уже тут! Иду! Бегу! Кузязя, мне не послышалось? Ты зовешь меня играть? Радость-то какая! Ой, нет, Тимофей, ты меня неправильно понял. Я вообще-то Бузю звал. Ну, и чего раскричались? Я туточки уже просто покушать отходила. Ой, кстати, ребят, тоже тащите к экрану что-нибудь вкусненькое. О, а теперь Кузя пропал. А ты сама виновата, что напомнила мне про еду. Но мы вообще сегодня начнем выпуск или нет? А Тимофею не надо ни кушать, ни какать. Я готов. Давай играть. Кузя тоже готов. А Бузя где? Походу мы Бузю потеряли. Бузя! Ну камон, включись. Да я тут. Просто и видеосвязь запустить не могу. А не получилось? Ребята, вы меня видите? Ставьте лайк. Видим. Давайте уже начинать. Воу-воу-воу, понеслась! И я играю первую мини-игру! Это какие-то гоночки с препятствием! Вау! Еле увернулся! Ох, и еще одна! Круто! Короче, я понял фишку! Надо с этой платформы упасть и доехать до конца! Ну это легкотня вообще! А где мой персонаж? Да как где? Вон жаба синяя! Сам ты, Кузя, жаба! Я тоже поиграть хотела, между прочим! Ну-ка давай, страчивай! Ты что, не буду я страчивать? У меня круто получается! Страть! Оба! Страть! Ес, я доехал! А почему моего ника нету среди победителей? Да потому что ты плохо играешь, я должна играть! Ах так! Ну давай, пожалуйста, вот тебе следующая игра! Лабиринт какой-то страшный! Легко, что морковку съесть! Что это за место? Я вообще-то высоты боюсь! Ну давай, покажи, как ты играешь! Пусть ребята посмеются. Предупреждать про такое надо. Что тут делать? Не пойму ничего. Иди туда, куда стрелки желтые показывают. Ну, и куда они показывают? Я бы справился. Ой, Тимофей, хоть ты не болтай под горячую лапу. А вот так вот, надо по этим мостикам переходить. Еще и виснет все на свете. Бузязя, давай-ка побыстрей. Ищи центр. Осталось всего 10 секунд. Да я бы его мигом нашла бы. Если бы не надо было глаза закрывать от страха бы. Слава морковке, это все закончилось. Так, боец, что-то ты вообще не боец. Предлагаю сыграть всей командой. О, морская баталия. Что? Какая еще баталия? Ну тот же морской бой, только в натуральную величину. О, у нас команда красных, и нам надо разбомбить все синие кораблики. Вперед, на абордаж. Фу, красные, а синие нельзя выбрать? Нет, нельзя. Кстати, друзья, жмите на кнопку подписаться, если она у вас до сих пор красным горит. А, горит. Что, кнопка? Нет, корабль. Ну хорошо, что не кнопка. Ха-ха-ха-ха.
же вы лузеры! А был бы я в вашей команде, такого бы не случилось! Ой-ой-ой, и что бы ты там делал? Палубу мыл? Я был бы капитаном! Ой, не могу, рассмешил! Капитан, капитан, полотенчик! А может вы помолчите и подумайте, что нам делать? Что делать, что делать? Выезжать из этого корабля! О, чего ты правильно сделал? Уже убежал! И я туда же! Ну вот так всегда! Кто остается на горящем корабле? Конечно же, Кузя! Ого, последние секунды боя! Ну все, походу мы проиграли. Я тоже сваливаю. 5, 4, 3, 2, 1. Что? Ничья? Ну хоть что-то. Эй, свиньи, дайте-ка я сыграю хотя бы разок. Хорошо, дадим, если ты пообещаешь, что выиграешь. Кузя, ты что, серьезно? Ну а что, хоть поржем. Ну все, сейчас Тимофей покажет вам мастер-класс. Можете выбрать самую сложную игру. Не слишком ли ты борзый? Нет, не слишком. Я справлюсь, вот увидите. Воняй! Только подождите, я вначале сгоняю в ларек. Может, мне уже хватит монеток на что-нибудь? Кузя, ты чего? Откуда у бомжа печенье? Ну, дайте я хоть цены взгляну. Да, буду пока ходить голодный. Ого-гошечки! Тимофею достается хаос у подножья горы. О, отличное название. Да, ребят, не думала, что я когда-нибудь это скажу, но ставьте лайк в поддержку Тимофея. Как-никак он работает на общее благо. Меньше слов, больше дела. Так, это что тут такое? Я не понял. Что надо делать? Что-что? Прыгать из блока на блок. И главное, не упасть. Не упасть? Начнем с того, что я себя тут не вижу. Где я? Да вон же ты, под белой галочкой. Тут-то это дурацкая игра. Свинки вы это специально подстроили. О, Тимофей, а говорил, выбирайте самую сложную игру. А с тобой никто тебе не может справиться. Да-да-да, плохому кролику ухи мешают. По-моему, так. Ну, почему это не могу? У меня получается. Ага, надолго ли? Я стратил. Ой, да и хорошо, что стратил. Может, не будешь только умничать, как раньше. Ну, и чего там у нас дальше? Битва на инструментах? Вот это интересно. Или вот это не получится. Чур, я играю на барабанах. Не на барабанах. Бузя, какие еще барабаны? Тут все серьезно. У каждого игрока свое оружие. И победит тот, кто останется в живых. Конечно, это буду я. Ну, это мы еще посмотрим. Бузя, ты где? У меня для тебя подарочек. Серьезно? А какой? Большой? Очень большой. Огромный молот. Тьфу на тебя. А я так спряталась, что ты мне не найдешь. А может и найду. Тут-тут-тут-тут. Рация? Зачем мне рация? Что я ей кидаться буду? Какой игрок? Да нет, мне, пожалуйста, молот верните. О, вот это другое дело. Чего? Кто меня замочил? Ребята, вы гляньте, что они со мной сделали. Да ну, вообще, я тут не буду играть. Конечно не будешь, тебя замочили. Ах так? Ну все, сейчас я в следующей мини-игре разгуляюсь. Покажу, на что я способен. Кстати, ребят, напишите нам в инсту, как вам вообще Роблокс? Интересно ли смотреть, как мы играем? Не очень. Ой, Тимофей, тебя вообще-то не спрашивали. Не интересно, так и не смотри. Бузя, до игры почти минута, чем займемся? Ну, я могу высоко попрыгать. У-ху! Что смотришь, не все дома у нее. Ага, Лера в магазин ушла. И вообще, у меня важное объявление для ребят. А может, после игры давай? А сейчас что, нельзя? Друзья, если вы написали нам в инсту приветик и до сих пор его не получили, то не расстраивайтесь. Мы обязательно его передадим в одном из следующих выпусков. Просто вас очень много, а нас, Кузей, всего чуть-чуть. Такс, ну я все сказала, теперь можешь играть. О, хорошо, хочу что-то интересное-приинтересное выбрать. Уворачивайтесь от пуль. То, что доктор прописал. Так, я понял, что на месте стоять нельзя. Ребята, знаете, как не попасть под пулю? Нужно самому ею стать. Приземление могло быть и помягче. Ну, ничего. А все бегут, бегут, бегут. И я бегу. И под пулю я точно не попаду. О, а ты что, уснула, Бузя?
Бузя, Бузя, ой, это что, не Бузя? Да Бузя, Бузя я. А, ты переоделась просто. Ну да, что, нельзя наряд сменить? Нравится? Очень, особенно рожки твои. Красивые, прекрасивые. Вот и мне нравится. Эй, свиньи, а вам не кажется, что пора закругляться? Ой, точно, я уже так кушать хочу, не могу просто. Все, ребятушки, тёмочки, бомчики, я отключаюсь. Увидимся в новой серии, пока-пока. А у меня, как обычно, нету никаких дел. Поэтому я просто поползу на полку пылиться. Вот и славненько. Ребят, если вам понравилось, как мы играем в Roblox, ставьте лайк. И мы обязательно сделаем еще такие выпуски. Ну а прямо сейчас смотрите предыдущую серию. Она тоже очень интересная. Тёмки-бомки. Ага, это Enter, это пробел, Alt Escape. Что такое DLT? О, привет, ребятки, хорошо, что вы уже тут. Сегодня у нас будет суперсерия. Мы с друзьяшками планируем зарубиться в Roblox. Так, Бузя, ты уже тут? Да, я уже тут. Ого, Бузя, а что у тебя с голосом? Ой, ху ты, это ты, Тимофей. Всем привет. А ты что, тоже играть собрался? Конечно. А зачем вы меня позвали? Да вроде не звал тебя никто. Ну ладно, пока что сиди, смотри, Бузя. Чего, гайс? Ну чего вы там тянете быка за рога? Давайте уже начинать. Уже лапы чешутся. Поиграть в Roblox. Кстати, ребят, кто из вас уже играл в эту игру, ставьте лайк. О, поглядите-ка, лайки посыпались. Какие молодцы. А я тоже лайк поставил. Тимох, ты? Да у тебя же даже лап нету. Что, ты не играешь? Как это я не играю? Я против. Ну, предлагай проголосовать. Кузя, ты за или против Тимофея? Я? Да, конечно, против. Я тоже против. 2-1. Ну ладно, мы сегодня добренькие. Тимофей пусть остается. Будет смотреть, как мы играем. Только чур не мешать. И еще, ребят, подпишитесь. А то сейчас начнется заруба, забудете ведь. Да, и делайте динь-динь в колокольчик. Ну, так мы играть будем или только болтать? Бусь, мы играть будем? Ну, естественно. Тогда погнали! Ну что, ребят, чемку? Ого, тут целая толпа! Я кто где, я не поняла! А вот он я, с мечами в голове! А я с рожками! Всем привет! Какой еще патюлюшка! И ходик такой радужный! О, и бургер со мной! Приветики! Бузя, давай играй! Ну ладно, весь кайф наломал! Так, что тут делать надо? Куры какие-то бегают! Курочки! А ку-ку! А что делать надо? Бузя, кур надо ловить! Они очки дают! А я думала, куры дают яйца! Ну-ка, иди сюда! Yes! У меня уже 4! И что, ты уже выиграл? Да нет, смотри, каких тут много. Игра еще не закончилась. Блин, а у меня до сих пор 0. Я что, бегаю медленнее, чем эти курицы? Ничего себе, слон. О, Бузя, ледяных тоже надо ловить. За них больше баллов дропают. Да мне хоть бы одну курочку. Ай! Ты что под ногами шастаешь? Да это ты у меня под ногами шастаешь. А я иду по своим делам. Ну вот и иди, а мне не мешай. Вот, блин, осталось уже 30 секунд почти. Надо ускоряться. О, отмороженная. И прямо ко мне бежит. Ай, давай, давай. Yeah! 3 очка с куста. Ой, Ира, нарадуешься. А у меня уже 10. Ой, Тимофей, что ты рассказываешь? Ты же не играешь. Ой, пардоньте. Блин, ну хоть бы одну еще курочку загнать. Всего 15 секунд. Кузя не поймал. Хоть бы Кузя не поймал. Кузя, я не каркай, блин. Давай. Да что ж ты... 7 секунд! Ай-яй-яй! 4, 3, 2! Стоп, игра! Кузя проиграл! Ничего я не проиграл, я взял 3-е место! Ого, кто-то аж целых 11 кур поймал! Так это же я! Ага, еще скажи, Тимофей! Эх, Кузя, как морковкой в глаз! Ты что, мне не веришь? Я же твоя подруга! Ой, хорошо, Бузя, верю! Давайте уже следующую игру! А давайте! Кузь, ну где тебя носит? Игра уже начинается. Бегу. Не, а давайте я вместо Кузи. Не, я сейчас. Я ненадолго отошел просто. Курочка встала, место продала. Так что давай, Бузязя, запускай игру. Кролики в деле. Кузя, нельзя ли побыстрее?
Тимофей этот уже обнаглел. Да все уже, и подписи спокойно не дадут. С облегчением. Спасибо. Ну так, что у нас там дальше по списку? Я готов всех разрывать. Попридержи гусей, тигр. Разрывать никого не надо. А что надо? Ух ты, скалолазанье. Да, надо карабкаться уверенно. Чур, я лезу. Нет, я лезу. Бузя, ты чё, ты видела эту трассу? Да ты свалишься на третьей ступеньке уже. Это точно. Ах так, затравить решили девчонку, да? Ладно, давай так, я лезу, а ты мне подсказываешь. Ты чё, идти по главной? Да, главное, давай, подсказывай. Ну, чего там? Стрелка вправо, влево, вверх. Буя, блин, ты чё, буквы не знаешь? Знаю, просто не так много, и они ещё плюс английские. Ой, ну всё, тогда я сам. Так, стрелка, С, влево, Д, снова влево, Д. Ой, не то. О, видишь, сам буквы не знаешь. Да это я ошибся просто. Что, лапы толстые, по клавишам не попадаешь. Так, всё, тихо, ша. Я лезу дальше. Блин, время заканчивается. Так, свиньи, соберитесь. Сейчас Тимофей все порешает. Кузя, слушай меня. Чего? Нет, Кузя, слушай меня. Восемь. Стрелка. Сю, стрелочка. Ну ты, Вася. Ребят, вы мне только мешаете. Да ты что? Да я наоборот помогаю. Давай. Чуть-чуть. Мы победили. И все благодаря Бузе. Да, Бузя, ты просто штурман мечты. Но вообще-то мы отлично справились. У-у-у. Да. Я тоже помогал. Ребятки, ну в этот раз мы прям точно заработали лайчик от вас. А еще я заработал кое-что вкусненькое. Так, посмотрим, что тут можно купить на мои гроши. Что у вас в менюшке? Кофе, пицца. Блин, а что все такое дорогое? Ладно, придется еще немножко попотеть и заработать баллов. По коням! Погоди, конь, куда собрался? Стопы! Серия уже заканчивается. Ой, точно! И что уже, прям все при все? Ну, если хочешь, можем еще парочку приветов передать. Приветики получают! Саша Олейников. Ольга Кова 2011. Саша Пандочка. Алинка Бобышева. Умничка Данечка. Всем огромные приветики! Так, в этой серии мне не удалось поиграть. Ну ничего, следующий я точно дорвусь. А чтобы все это не пропустить, подпишитесь. Всем огромные приветики, ребята! Это Кузязя. Сегодня, как и обещали, мы с друзьяшками продолжаем играть в Roblox. Кстати, про друзьяшек. А где ты все? Бузя! Так, понятно. Никого нет. Ну и что мне, самому что ли играть? Бузя! Тимофей, имейте совесть. Ребята уже тут. Иду. Бегу. Кузязя, мне не послышалось. Ты зовешь меня играть? Радость-то какая! Ой, нет, Тимофей, ты меня неправильно понял. Я вообще-то Бузю звал. Ну, и чего не раскричались? Я туточки уже просто и покушать отходила. Вы, кстати, ребят, тоже тащите к экрану что-нибудь вкусненькое. О, а теперь Кузя пропал. А ты сама виновата, что напомнила мне про еду. Ну мы вообще сегодня начнем выпуск или нет? А Тимофею не надо ни кушать, ни какать. Я готов. Давай играть. Кузя тоже готов. А Бузя где? Походу мы Бузю потеряли. Бузя! Ну камон, включись. Да я тут, просто и видеосвязь запустить не могу. О, кажется, получилось. Ребята, вы меня видите? Ставьте лайк. Видим, давайте уже начинать. Воу-воу-воу, понеслась! И я играю первую мини-игру. Это какие-то гоночки с препятствием. Вау, еле увернулся. Ох, и еще одна. О, круто! Короче, я понял фишку. Надо с этой платформы не упасть и доехать до конца. Ну это легкотня вообще. А где мой персонаж? Да как где? Вон жаба синяя. Сам ты, Кузя, жаба. Я тоже поиграть хотела, между прочим. Ну-ка давай, страчивай. Ты что, не буду я страчивать? У меня круто получается. Страч! Оба! Страч! Ес, я доехал!
а почему моего ника нету среди победителей? Да потому что ты плохо играешь, я должна играть. Ах так, ну давай, пожалуйста, вот тебе следующая игра. Лабиринт какой-то страшный. Легко, что морковку съесть. Что это за место? Я вообще-то высоты боюсь. Ну давай, покажи, как ты играешь. Пусть ребята посмеются. Предупреждать про такое надо. Что тут делать? Не пойму ничего. Иди туда, куда стрелки желтые показывают. Ну, и куда они показывают? Я бы справился. Ой, Тимофей, хоть ты не болтай под горячую лапу. А вот так вот, надо по этим мостикам переходить. Еще и виснет все на свете. Бузязя, давай-ка побыстрей. Ищи центр, осталось всего 10 секунд. Да я бы его мигом нашла бы, если бы не надо было глаза закрывать от страха бы. О, слава морковке, это все закончилось. Так, боец, что-то ты вообще не боец. Предлагаю сыграть всей командой. О, морская баталия! Что? Какая еще баталия? Ну, тот же морской бой! Только в натуральную величину! О, у нас команда красных, и нам надо разбомбить все синие кораблики! Вперед! На абордаж! Фу, красные! А синие нельзя выбрать? Нет, нельзя! Кстати, друзья, жмите на кнопку подписаться, если она у вас до сих пор красным горит! А, горит! Что, кнопка? Нет, корабль! Ну, хорошо, что не кнопка! Какие же вы лузеры! А был бы я в вашей команде, такого бы не случилось! Ой-ой-ой, и что бы ты там делал? Палубу мыл? Я был бы капитаном! Ой, не могу, насмешил! Капитан, капитан, полотенчик! А может вы помолчите и подумайте, что нам делать? Что делать? Бежать из этого корабля! О, Тимофей правильно сделал, уже убежал! И я туда же! Ну вот так всегда! Кто остается на горящем корабле? Конечно же, Кузя. Ого, последние секунды боя. Ну все, походу мы проиграли. Я тоже сваливаю. 5, 4, 3, 2, 1. Что? Ничья? Ну хоть что-то. Эй, свиньи, дайте-ка я сыграю хотя бы разок. Хорошо, дадим, если ты пообещаешь, что выиграешь. Кузя, ты что, серьезно? Ну а что, хоть поржем. Ну все, сейчас Тимофей покажет вам мастер-класс. Можете выбрать самую сложную игру. Не слишком ли ты борзый? Нет, не слишком. Я справлюсь, вот увидите. Ну, воняй. Только подождите, я вначале сгоняю в ларек. Может, мне уже хватит монеток на что-нибудь? Кузя, ты чего? Откуда у бомжа печенье? Ну, дайте я хоть цены взгляну. Да, буду пока ходить голодный. Ого-гошечки, Тимофею достается хаос у подножья горы. О, отличное название. Да, ребят, не думала, что когда-нибудь это скажу, но ставьте лайк в поддержку Тимофея. Как-никак он работает на общее благо. Меньше слов, больше дела. Так, это что тут такое? Я не понял. Что надо делать? Что-что? Прыгать из блока на блок. И главное, не упасть. Не упасть? Начнем с того, что я тебя тут не вижу. Где я? Да вон же ты, под белой галочкой. Какая это дурацкая игра. Свинки в это специально подстроили. О, Тимофей, а говорил, выбирайте самую сложную игру. А с такой легкотней не можешь справиться. Да-да-да, плохому кролику ухи мешают. По-моему, так. Ну, почему это не могу? У меня получается. Ага, надолго ли? Я стратил. Ай, ты хорошо, что стратил. Может, не будешь только умничать, как раньше. Ну, и чего там у нас дальше? Битва на инструментах? Вот это интересно. И вот это у меня получится. Чур, я играю на барабанах. И на барабанах. Бузя, какие еще барабаны? Тут все серьезно. У каждого игрока свое оружие. И победит тот, кто останется в живых. Конечно, это буду я. Ну, это мы еще посмотрим. Бузязя, ты где? У меня для тебя подарочек. Серьезно? А какой? Большой? Очень большой. Огромный молот. Тьфу на тебя. А я так спряталась, что ты меня не найдешь. А может и найду. Тут. Рация? Зачем мне рация? Что я ей? Кидаться буду. Какой игрок, такой и оружие. Да нет, мне, пожалуйста, молот верните. О, вот это другое дело. Чего? Кто меня замочил? Ребята, вы гляньте, что они со мной сделали. Да ну, вообще, я так не буду играть. Конечно не будешь, тебя же замочили.
получили. Ах так? Ну все, сейчас я в следующей мини-игре разгуляюсь. Покажу, на что я способен. Кстати, ребят, напишите нам в инсту, как вам вообще Роблокс? Интересно ли смотреть, как мы играем? Не очень. Ой, Тимофей, тебя вообще-то не спрашивали. Мне интересно, так и не смотри. Бузязя, до игры почти минута, чем займемся? Ну, я могу высоко попрыгать. Что смотришь, не все дома у нее. Ага, Вера в магазин ушла. И вообще, у меня важное объявление для ребят. А может, после игры давай? А сейчас что, нельзя? Друзья, если вы написали нам в инсту приветик и до сих пор его не получили, то не расстраивайтесь. Мы обязательно его передадим в одном из следующих выпусков. Просто вас очень много, а нас с Кузей всего чуть-чуть. Такс, ну я все сказала, теперь можешь играть. О, хорошо, хочу что-то интересное-приинтересное выбрать. Уворачивайтесь от пуль. То, что доктор прописал. Так, я понял, что на месте стоять нельзя. Ребята, знаете, как не попасть под пулю? Нужно самому ею стать. Приземление могло быть и помягче, но ничего. А все бегут, 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 и я бегу, и под пулю я точно не попаду. О, а ты что, уснула, Бузя? Бузя, Бузя-зя. Ой, это что, не Бузя? Да Бузя, Бузя я. А, ты переоделась просто. Ну да, что, нельзя наряд сменить? Нравится? Очень, особенно рожки твои. Красивые, прекрасивые. Вот и мне нравится. Эй, свиньи, а вам не кажется, что пора закругляться? Ой, точно, я уже так кушать хочу, не могу просто. Все, ребятушки, темчики-бомчики, я отключаюсь. Увидимся в новой серии, пока-пока. А у меня, как обычно, нету никаких дел. Поэтому я просто поползу на полку пылиться. Вот и славненько. Ребят, если вам понравилось, как мы играем в Roblox, ставьте лайк. И мы обязательно сделаем еще такие выпуски. Ну а прямо сейчас смотрите предыдущую серию. Она тоже очень интересная. Тёмки-бомки!